56-летняя Лолита Милявская показала забавное видео с 33-летней Ольгой Бузовой. Однако поклонники обрушились на артистку с критикой из-за общения с ведущей «Дома-2». Лолита и Ольга приняли участие в музыкально-юмористическом шоу «Студия Союз» на канале ТНТ. Лолита поделилась видео со съемок передачи. В ролике артистки шутили, целовались и обменивались комплиментами. «Мы скажем, где мы?» – спросила Бузова. «Мы можем сказать, только я не помню», – ответила Милявская, вызвав громкий смех в студии. «Я тебя обожаю. Давай пока не будем говорить. Пусть подписчики попробуют угадать, где они увидят нашу коллаборацию. Ты знаешь это слово?» – поинтересовалась Ольга у подруги. «Это очень хорошее слово. А я знаю дефибриллятор», – пошутила Лолита. Многие поклонники Милявской негативно отреагировали на видео. Им не понравилось, что она подружилась с ведущей «Дома-2». «Лола, зачем вы с ней общаетесь? Лола, ну вы что? Фу, ну это же Бузова. С Бузовой. Разочарована. Не ожидала, что вы будете с ней на одной площадке, Лолита. Но тебе зачем нужна эта Бузова? Я разочарована, и не только я, вероятно, как можно опуститься до Бузовой», — написали фанаты певицы. Милявская вступилась за Бузову. Жена Дмитрия Иванова заявила, что Ольга очень трудолюбивый человек, и в этом ее талант. «Олю любила и люблю очень давно. Она красивая, счастливая и трудяга. Не говорите глупостей. Талант у Ольги есть, и этот талант звучит в слове «трудолюбие», — высказалась Лолита. Бузова поддержала Милявскую в сложный жизненный период, когда она сообщила о разводе. Брюнетка выиграла первый суд у мужа-изменщика. Недавно певица показала постройневшую фигуру в купальнике.